чего ты хочешь? Это ты повесила это объявление? Про зубы Яги? Мне нужны 10 зубов для приворотного зелья. Зелье, говоришь? Вот. Спасибо. Чем могу служить? Еще кое-что. Да? Ты, наверное, знаешь много... Конечно! Принцесс... Не перебивай! И она вышла... Чем могу... Еще... Да? Чем? Еще... Да? Да? Твоя мамаша сосет... Геральт? Бывай. Геральт? Я знаю, что нужно сделать, чтобы душа Алины обрела покой. Сделай все, что необходимо. Возвращайся, когда все будет кончено. А пока я хочу остаться один. До свидания. Геральт? Будет поместь. Кому бы тут заехать как следует? Неплохо. Не стыдно проиграть беловолосому. Никакого вызова? Кому бы тут заехать как следует?
Я тебе... Ай, хочется врезать кому-нибудь. Кому бы тут заехать как следует? Твоя... Будет помест. Посмотрим. Кому бы тут заехать как следует? Бьешь как баба. Следующий. Я могу чем-то помочь? Чем могу служить? У меня есть к тебе вопросы. Спрашивай, путник. Что ты можешь рассказать мне об этом поселении? Темноводье. Мы живем тут вдали от... Затопленный город? Воды озера поглотили затопленный город. Некоторые говорят... Водяные? Древняя подводная раса. Раньше мы уважали друг друга, но отношения недавно испортились. Расскажи мне о них. Они появились довольно давно, еще раньше, чем город утонул. По легенде, они живут в подводных дворцах и домах. Мы знаем, что они производят инструменты и побрякушки, в том числе знаменитые камни Ис, про которые говорят, что они волшебные. Их воины, хоть и яростны в битве, редко нападают на суше. Обычно они просто отгоняют пришельцев, ныряльщиков, которые плывут в глубину в поисках сокровищ. Подводная раса разумных существ. Любопытно. Чем могу служить? Я хочу отдохнуть. Комнаты есть? Да. Для тебя 5 аренов.
Никакого вызова? Кому бы тут заехать как Да? Нас ждет голодный год. Честная женщина эта трактирщица. Принесла нелегкая. Я так устал после целого дня работы. Да? Прощай. Я так устал после целого дня работы. Давайте завтра. Да?
чем могу служить? Ты знаешь, что делают ведьмаки? Это все знают, даже мелюзга. Ведьмаки, они колдуны, только чуть похуже. Похуже? Ага, потому что у них яйца отсыхают. Пожалуй, я пойду. Что? У тебя такой в семье? Мои соболезнования, вот уж несчастье. Чем могу служить? Есть у тебя сахарные куколки? Еще один. Все только о них и спрашивают. Я их больше не пеку, ни за какие деньги. Прощай. Я видел тот кулон, который ты дал Анне. Он думает, что это настоящий ведьмачок. Господин! Я договорился с домовыми. С ними можно договориться? Я поражен. Они дали мне четырехлистный клевер. Они не будут беспокоить тебя, пока ты носишь его. Я перед тобой в долгу. А может быть, я даже успею закончить мост до первого снега. А твоя награда? Я возьму деньги. Вот 400 оренов, как и было обещано. Благодарю тебя. Thank you.
Качает землю, из колосьев посыпается зерно. Иди, странник, иди за мной, полуденец. Ah!
Геральт! Геральт! Я же просил тебя спрятаться, если возникнет опасность. Я... Знаешь, Геральт, я слышу голоса всех этих женщин, что здесь живут. Они говорят со мной. Они мертвы, Альвин. Геральт, что я такое? Меня многие боятся. Когда думают, будто я не слышу, называют меня дьявольским отродьем, вельзевуловым семенем или уродцем. Нет в тебе ничего злого. А эти люди дураки, Альвин. Они просто боятся, что ты им нанесешь вред. Но я хочу, чтобы люди меня любили. Я не хочу, чтобы они умирали. Что мне делать, Геральт? Предназначение — это еще не все, Альвин. Мы сами вершим свою судьбу. Спасибо, Геральт. Мне всегда становится легче после разговора с тобой.
Чем могу помочь? Thank you.
Милздарь, ведьмак. Прощай. Прямо как под водой. Да? Ты сможешь восстановить разбитое зеркало? Да, господин. За 100 аренов. Я подумаю. От вас одни неприятности. Какой проницательный. Еще кое-что. Саламандрам нужен Альвин. Не знаю, зачем он им, но он для них важен. Они послали меня сюда, чтобы найти его, но я не собираюсь этого делать. Как только я заработаю несколько аренов, я отсюда отчалю. И ты ничего больше не знаешь о нападении на Каэр Морхен и об украденных формулах? Ничегошеньки. Тогда одна просьба. Держись подальше от Альвина. Да? Будь здоров.
Прощай. А я что-то знаю. Думаю, ты хочешь об этом рассказать. Тот забавный рыболюд вернулся. Злые рыболюди все съели на алтаре владычицы и ушли. Мерзкие гады. Жрец водяной вернулся. Мне нужно с ним поговорить. На берегу я встретил водяного. Он был настроен враждебно. Это быть злые, догонят до балибетвол. Они хотели уничтожить алтарь владычица. Раньше бегать я, теперь бегать они. А я снова охранять алтарь. Я взял работу Беренгара на себя. Расскажи мне подробнее, что здесь происходит. Мы жить под водой глубоко-глубоко, мы чтить владычица, но не все ее любить. Много кто бросать владычица, идти к догон, а не убивать люди. Я просить, пусть твой меч не любит догон, я тебя хорошо наградить. Понятно. Ты иди до деревни красть жирная корова, ты ее резать, догон выходить. Ты его не любить, я тебя наградить хороший, дать тебе меч. Ты хочешь, чтобы я привел сюда корову и с ее помощью выманил догона? Ты не любить корову, чемпионка, много крови на алтарь. Догон, выходить из воды. Я должен прирезать ее на алтаре. Ты думать лучше приносить жертву человека? Ура, корова, жестокий ты быть. Я подумаю об этом. Да. Ты сможешь восстановить разбитое зеркало? Конечно. Это тебе обойдется в 100 аренов. Идет. Вот тебе осколки. Плату получишь, когда сделаешь работу. Хорошо, что ты здесь. Прощай. Да? До встречи.
Да? Я пришел за зеркалом. Оно готово. Деньги принес? Вот, держи. 100 оринов. Иди за полуденницей. Иди за мной. Алина, посмотри в зеркало. Алина? Посмотри внимательно. Это... Так романтично. Я Алина. Теперь я помню. Мне нужно спешить. У меня скоро свадьба. Алина, ты мертва. Почему ты так говоришь, ведьмак? Я отлично себя чувствую. Странно, здесь жарко, как в аду. Мне надо найти корзинку. Мне надо собрать малину для возлюбленного. Геральт, а почему дух Алины не хочет уходить? Я чувствую, что сейчас она счастлива, потому что думает о своей свадьбе. Но она все еще не знает, что она привидение. Возможно, просто зеркало не Халена недостаточно для того, чтобы снять проклятие. Однажды я слышал легенду о полуденнице, которая не хотела выходить замуж за Нильфгаардца. Но я не помню, чем та история кончилась. Легенда, говоришь? Наверное, стоит расспросить тех, кто разбирается в народной мудрости. Я обещал Юлиану освободить его возлюбленную. Геральт, а ты кого-нибудь любишь? Люблю, но это не твоего ума дело. А я знаю, знаю! Ты любишь Шайни! Thank you.
Чем могу помочь? Ты знаешь, как помочь духу вернуться в царство мертвых? Ты имеешь в виду кого-то конкретного? Алину. Она превратилась в полуденницу, и я пытаюсь помочь ей. Алина владела редким и могучим артефактом, зеркалом Нехалены. Я отдал Алине зеркало. И каков эффект? Она перестала нападать на меня и, кажется, вспомнила, кто она такая, но она все еще не верит в свою смерть. Она хочет подготовиться к своей свадьбе. Тогда ты должен поговорить с владычицей озера или с местной гадалкой. Только они могут знать, как решить эту проблему. Спасибо. Всего доброго. Thank you.
Господин! Прощай. Ведьмак, эти полуденницы не дают нам работать в полях. Ну? Не за бесплатно, я понимаю. Пускай этот скопидом Гофман расстанется с парой монет, чтобы нам помочь. Мне нужно спешить. До встречи. Мне бы хотелось съесть кусочек. Юлиан кажется достойный молодой человек. Не знаю, как помочь духу Алины упокоиться с миром. В руки Алины самым загадочным образом попало зеркало Нихалена. Такими зеркалами пользовались пророки и ясновидцы, потому что они безошибочно, ну хоть и путанно, предсказывали будущее. Алина довольно часто обращалась к зеркалу. Зеркало не помогло. Алина все еще парит над полями. Может быть, оно утратило свою силу? Нет, Алина вспомнила, кто она такая, но отказывается принять свою смерть. Как мне ее убедить? Может, она должна встретиться с сестрой? Есть одна проблема. Селина – полуношница и появляется только ночью. Селина. Знакомые глаза, лица, черты. Алина, неужели это ты? Что-то это мне не нравится. Селина звучит лучше. Хватит, сконцентрируйся. Баллады будешь потом писать. Что уснуть по ночам Адаму мешает? Это призрак Селины. Селины летает. Вполне неплохо, как думаешь? Неплохо. Говорят, магия и искусство тесно связаны. Попробуем удержать Алину поэзией до тех пор, пока не появится ее сестра. Напиши поэму. Итак? О чем должна быть поэма? О смерти. Дух Алины витает в полях. Она должна осознать, что она мертва. Не каждый день такие указания поступают. Но ведь я профессионал. Еще пожелания будут? Не провоцируй ее. И без всяких там шуточек. Она очень опасна. Мне нужно время. Поэма должна быть готова к закату. Встречаемся на полях до наступления темноты. Геральт? Ворчливые рыбаки отказались вести.
Чего ты хочешь? Да? Геральт? Как там поэма? Может, перенесем все это на завтра, а? Слишком поздно. Придется тебе импровизировать. Милстер Люди, вы ведь будете играть у меня на свадьбе? Мы с Геральтом сочинили небольшую поэму на два голоса. Не желаете послушать? Что? Продолжай. Стиснуты зубы, опущены веки. Сердце не бьется, а леденело. Здесь он еще, и не здесь уж навеки. Кто он? Он мертвое тело. Живы надежды, и труп оживился. Память зажглась путеводной звездою. Видишь, он в юность свою возвратился. Ищет лицо дорогое. Затрепетали и губы, и веки, и появился в глазах жизни признак. Снова он здесь, хоть не здесь он навеки. Что он такое? Он призрак. Хватит, хватит. Селина убила меня. Моя душа не обретет покоя, пока моя смерть не будет отмщена. Алина, это я, Селина. Видишь, теперь ты отмщена. Селина, не вини себя.
Я знаю, ты не хотела меня убивать. Ах, Алина, мне так жаль. Правосудие свершилось. Я обречена бродить ночами по полям до скончания времени. Не так плохо, если удалось снять проклятие с Алины, есть шанс. Ты поможешь мне, ведьмак? Я попробую. Зачем я спас Абигайл? Потому что ее чести и добродетели что-то угрожало? Нет, потому что нарушили закон? Нет, я выбрал меньшее зло? Нет, преподобный и его паства сделали выбор. Я ведьмак, я не осуждаю, не наказываю, решаю человеческие проблемы. Не всегда мечом. Геральт? Это еще что такое было? Неплохо получилось, правда? Я бы тебя предупредил, но на меня вдруг снизошло вдохновение. В следующий раз избавь меня от своих вдохновений. Но ведь сработало. Я напишу об этом эпическую балладу о народных обычаях. Геральт? Бывай. Thank you.
Чего ты хочешь? До встречи. Геральт? Геральт? Я сделал все, что мог для Алины. Как это случилось? Душа Алины обрела покой. А Селина? Я ничем не мог ей помочь. Благодарю тебя, Геральт. Я опустошен. Всего несколько дней назад я был счастливейшим человеком, а теперь... не знаю. Возможно, мне стоит вернуться в Кавир. Чего ты хочешь? До встречи. Беловолосый странник, подобно мне, гонимый ветром. Зачем ты тревожишь мой покой? Я бы хотел тебе помочь. Значит, есть кто-то, кому не безразлична моя судьба. Что это? Венок бессмертника? Коронуй меня им, беловолосый. Освободи меня. Покойся с миром, Селина. Ты достаточно настрадалась. Беловолос. Я бы... Значит... Покойся.
Чем могу помочь? Спасибо тебе и прощай. Да? Прощай.
приветствую, Геральт. Прошу прощения, не припоминаю твое имя. Ты его и не знаешь. Зато я знаю тебя. Твоя слава бежит впереди тебя. Говорю сразу, Лютиковы баллады — это вольная интерпретация событий, то есть нагромождение чепухи. У меня более надежные источники. Сирена по имени Шьенас. Сирена? Да. А что тебя так удивляет? И что же Шьенас тебе рассказала? Что ты предотвратил войну между князем Аглавалем и жителями затопленного города Ис? Благодаря тебе и твоим друзьям, люди и водяные Иса могут сосуществовать. Это радует. Надеюсь, здесь тоже все хорошо. Шьенас говорила, что ты человек умный. Сам поймешь, поговорив со жрецом водяным и с человеком по имени Юлиан. Кто ты такая? Меня называют владычицей озера. А тот разговорчивый рыбак твой слуга? Слуга? Нет. Я женщина. А женщине нужен мужчина. Для защиты и добычи пропитания, разумеется. Понятно. Когда-то мою честь защищали благородные рыцари, но это было давно. Единственное, кто у меня остался, это мой бедный больной король-рыбак. Госпожа, что случилось с теми рыцарями в сияющих доспехах? Виной всему легенда о священном Граале. Мои храбрые рыцари по неизвестной мне причине отправились выполнять миссию. Они утверждали, что найти священный Грааль – это их предназначение. Увы, моих сил недостаточно, чтобы противостоять предназначению. Я не смогла направить бедняк на верный путь. Грааль так и не нашли? Именно так. Разве ты не слышал легенду о священном Граале? Я потерял память. Поговори с отшельником, присматривающим за могилами моих храбрых воинов. Он зануден, но отлично разбирается в легендах о священном Граале. Я навещу его. Но если ты вернешься сюда с намерением уйти с чрезвычайно важной миссии, поверь мне, я могу и разозлиться. Госпожа, ты задумалась? Иногда я вижу будущее, ведьмак. Я тебе скажу, что случится. Предназначение опутало своими путами одного ведьмака. Его путь ведет в тьму, горю и боли. Я хочу помочь ему выстоять. Кто этот ведьмак, госпожа? Ты или Беренгар. Поговори с ним, и пусть один из вас встанет на путь предназначения. Я поговорю с Беренгаром, посмотрим, что он скажет. Да? Госпожа, говорят, я восстал из мертвых, но я потерял память. Ты можешь мне помочь? Я знаю, что ты вернулся не случайно. Прежде всего ответь, ты веришь в предназначение? Я верю в нечто большее. Ты загадочный и уверенный в себе. У тебя есть шанс вспомнить свое прошлое и добиться своей цели. И все же ты не ответил на мой вопрос. Оставим. Я не всезнающая, и, может, это нечто большее важнее, чем простой выбор между предназначением и свободой воли.
То, во что я верю, такой простой классификации не поддается. Оставим все идти своим чередом и давай сменим тему. Да. Госпожа, могу ли я что-нибудь сделать для тебя? В моем царстве нарушен мир. Люди и водяные постоянно враждуют из-за собственной жадности, страха и непонимания. Полагаю, у каждой из сторон должен быть неформальный лидер. Верно. Поговори со жрецом водяным, что сидит у моей статуи. А со стороны людей выступит Юлиан. Я займусь этой проблемой. И кто же прав? Дело не в том, кто прав, а кто нет. Я хочу, чтобы обе стороны примирились друг с другом. В таком случае тебе придется убить Дагона. Но это не все. Ты должен принести мне по одному предмету, символизирующему гармонию, от каждой из сторон. Эти предметы должны тебе дать представители обоих обществ в знак почтения моей скромной персоны. Я скоро вернусь. Взгляни внимательно на статую. Ты поймешь, что это должны быть за предметы.
Thank you.
Да. До встречи. Давай поговорим. Я принес твое ожерелье. Отлично. А теперь твоя награда. Я могу дать тебе книгу про водяных, руну, или, если захочешь, буду лечить тебя, когда тебе это понадобится. Расскажи побольше о наградах. Книга про водяных расскажет тебе о всех рыболюдях, с которыми ты можешь столкнуться. Руны земли улучшат твой меч. А еще ты можешь выбрать меня, и я буду лечить твои раны, когда ты этого захочешь. Я бы хотел стать твоим пожизненным пациентом. Я так и знала, что ты это выберешь. Каждый раз, когда ты будешь приходить ко мне, я буду лечить твои раны. А может, получишь еще и поцелуй? Благодарю тебя. У меня есть для тебя подарок. Это красная ленточка – амулет. Он будет защищать тебя от утопцев. Возьми на память. Владычица озера хочет помочь нам решить этот конфликт. Что ты говоришь? Владычица озера желает, чтобы водяные жили с людьми в мире. Вряд ли люди будут жить в мире с вами, если вы прирежете их любимую корову. Как я не любить догона? Об этом я позабочусь. Ты должен отдать мне... С корову быть бы лучше. Я слушаться, владычица, ты забирать. Посох жреца. Я знаю все на свете. Ну, спроси меня что-нибудь. Доброго здоровья.
Да? Ты говорил с владычицей озера? Боги не разговаривают с простыми смертными. Избавь меня от своего сарказма. Итак, какие удивительные вести открыла тебе местная богиня? Она говорила о предназначении. Предназначение совершенно меня не интересует. Если хочешь поиграть в героя, то пожалуйста. Я тебе даже помогу. Видишь ли, я тебя тут недавно обманул. Обманул меня? Саламандры заставили меня передать им несколько формул. Проводили на мне исследования. И знаешь что? Я даже не протестовал. И они мне неплохо заплатили. Почему? Ты сам знаешь почему. Я хотел жениться, детей завести, жить как все люди. А вы, ведьмаки, вы украли у меня это право. Люди меня ненавидят, когда они видят мои глаза. Они бледнеют от страха. А что касается детей, скажи мне, какая разница между твоим любимым Каэр Морхеном и логовом Саламандр? Я здесь не для того, чтобы говорить, что я чем-то лучше тебя. Оставь меня в покое. Один твой вид меня раздражает. У меня начинают возникать сомнения. До встречи. Я могу чем-то помочь? Чем могу служить? Еще кое-что. Да? Сосет у краснолюда. Геральт? Я здесь по поводу объявления. Куплю все шкуры василисков, которые у тебя есть. В Изиме нынче мода на обувь из кожи рептилий. У меня при себе 3 шкуры. Позволь взглянуть. Отлично. Совершенно целые. Держи свою награду. Геральт? С водяными можно договориться. Неужели? Такова воля владычицы озера.
Тебе что-то не нравится? Нет, ведьмак, я ведь не идиот. В таком случае я должен передать ей от тебя дар. В знак твоей верности владычице и желания завершить дело миром. Конечно, что мне ей подарить? Свадебный венок Алины. Геральт. Мир и процветание требуют жертв. Ты шутишь? Нет. Никакого вызова. Чего ты хочешь? Да?